Доброго здоровья вам всем, друзья. Новая девочка. До такой степени изможденная, что смотреть страшно. И у нас так постоянно, друзья. Девочку назвала Франти. Сможем ли мы ее спасти, пока неизвестно. В желудке иголка. В желудке пуля. Ребенок очень истощен, и нам остается с вами только молиться. Но то, что она пережила, и то, какая у нее воля к жизни, что она жива до сих пор, это заслуживает уважения, друзья, и восхищения. Я зову вас всех. Пожалуйста, давайте сделаем все, чтобы спасти. Сейчас ее жизнь в наших руках. Я призываю вас, друзья, призываю спасти Франи или хотя бы отдать долг человечества перед этим животным. Отплатить хоть каплей добра за то зверство, что с ней сделали. И что она пережила. Я призываю, друзья, но решать только вам. И благослови Бог вас, ваши семьи. И не дай Бог вам испытать хоть каплю подобной боли и страданий. Берегите себя, люди. Берегите ваши души от зла, от равнодушия, от жестокости. Благослови вас Бог.